spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлен рюкзак Abu Garcia Standard, который может пригодиться любителям как летней, так и зимней рыбалки. Также его можно брать с собой на пикники или при выходе на природу. Вес рюкзака со складным стульчиком составляет чуть более 2 кг, а вместимость около 20 литров. Давайте поближе его рассмотрим. В сложенном состоянии габариты составляют 55 на 34 сантиметра. Изготавливается рюкзак из плотного водоотталкивающего нейлона. Это достаточно износостойкий материал, который легко очищается от незначительных загрязнений. Как мы уже говорили, Abu Garcia Standard состоит из двух предметов. Это непосредственно сам рюкзак и прикрепленный к нему стульчик. При желании вы с легкостью сможете освободить их друг от друга и использовать по отдельности. Небольшой раскладной стул имеет каркас из прочной металлической трубки диаметром чуть более 1,5 сантиметра. В верхней части расположено сиденье с мягкой отделкой. В походном варианте сиденье складывается и фиксируется стропой с липучкой. А чтобы металлические части не давили на спину, предусмотрены две вставки. Одна из сетчатого материала и одна из стропы. Степень их натяжения можно регулировать индивидуально. Для переноски предусмотрена пара лямок. Они жестко закрепленные с возможностью регулировки по длине. С внутренней стороны имеют мягкий пористый слой, который помогает отводить излишнее тепло от плеч. На лямках мы видим D-образные крепления и прошитые стропы для подвешивания аксессуаров на карабины или ретриверы. Также здесь находится регулируемая грудная стяжка. С внешней стороны клапана расположены два кармана на молниях под защитными планками. В один можно сложить ключи или документы. Второй лучше заполнить вещами первой необходимости, которые легко достать, не открывая весь рюкзак. Чтобы попасть в основное отделение, необходимо расстегнуть две пластиковые застежки. Обратим внимание, что на клапане имеется широкий язычок желтого цвета. Если его освободить от липучки и выпустить снаружи рюкзака, то вы будете лучше заметны на большом расстоянии. Само отделение имеет достаточный объем, чтобы сложить сюда все необходимое, будь то рыболовные принадлежности, запасная одежда или продукты для пикника. С целью увеличить полезный объем аксессуара в горловину вшита дополнительная матерчатая вставка. После укладки вещей все утягивается шнурками с пластиковыми кнопочными фиксаторами. По бокам симметрично расположены глубокие карманы на фастексах. Сюда можно убрать емкость с напитком или рыбацкие инструменты, например, пассатижи, весы, нож или лип-грип. С передней стороны мы видим достаточно вместительный карман на молнии. Как и у других замков, собачка снабжена широкой ухваткой с объемным логотипом Abu Garcia. Он отлично подойдет для складывания коробочек с приманками, пачек с так называемой съедобной резиной или фотоаппарата-мыльницы. Внутри имеется страховочное кольцо. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.